Всем большой привет! Сегодня попробуем майонез московский провансаль. Этот майонез содержит в себе, ну, он на яичном желтке сделан, подсолнечным маслом. И, соответственно, ищем производителя. Производитель у него жировой комбинат АО. Вот такой майонез, классический, 67%. Здесь забавная такая штука, я люблю готовить, это типа брендирование этого продукта. Вообще, яркая упаковка достаточно, которую нам захотелось даже взять, вот мы ее взяли. Этот майонез именно такой, ну, российского производства, и попробуем, давайте вскроем. Попробуем. По вкусу этот майонез такой типичный провансаль, кисленько-солененький. У него нет сладкой нотки. И, в принципе, мне кажется, он неплохо подойдет в салат. У него есть такая горчинка маленькая, как от этого грейпфрута. Вот такая горчинка странная. Ну, вообще вкусный достаточно майонез, неплохой. Что скажете по поводу майонеза такого провансаль? Правда, он, конечно, жирный очень, 67%, но не самый, бывает более жирный. Вот. Скажите, пожалуйста, в комментариях, с каким майонезом вы едите салат оливье. Ну, скоро будет Новый год. Вот. Будете ли вы покупать такой майонез или какой-нибудь другой майонез? Или вообще, может быть, на перепелиных яйцах? Напишите в комментарии, давайте обсудим майонез для салата оливье. На этом я с вами прощаюсь и увидимся в следующем видео. Всем пока!